Вроде с ним в порядке. Номер 23. Константин Лобанов. Номер 28. Даниил Картушин. Это я состав Айриш сейчас называю. Под 17 номером играет Евгений Пахомов. И под номером 10 на паркете Роман Шлепикас. У Сакрамента состав выглядит следующим образом. 8 номер Владислав. Роман. 2-2 счет на табло прежний. Кольцом. Здорово. Разбирается 13. Сытьков, прошу прощения, бросал, но не попал. Здорово. А Дима в защите. Селезнев. Треху попадает через руку Кузь. Уже. Достаточно зрелый игрок. 28 лет. Ну нет, в принципе, это нормальный совершенно возраст. Даже, я бы сказал, расточно. Филатов. Хорошая передача на Селезнева. Проспал здесь Лобанов этот рывок. Мажет. Лобанов забирает подбор. Кузин. Флоутер бросает Дима. Результативно. Селезнев. Пас на Сычкова. Тот через Лобанова. Под левую руку. Скидка на Селезнева. Перевод на Потапова. Потапов отличным пасом Филатова нашел. Тот из-под кольца точен. Пас на Меренкова. Тот на Сычкова. В посте тот толкается. Пахомова. На паркет завалил и забил. Сильно. Проседает процент реализации в этой четверти у Айриш. Селезнев хорошо под кольцо зашел, забивает 2 очка. Селезнев мимо цели, Пахомов на подборе. Картушин под кольцо, end one. Забивает Даниил на Селезнев. У него 7 очков. 6 добавил Сычков. Александр. Александр. Селезнев. Пас на Сиренова. Денис. Сайдстеп. Со средней дистанции. Хорош Сиренов. Сиренов. Хороший пас. Здесь проход. От 15 номера Айриш. Добивает. Сиренова. По дуге пока мяч ходит у Айриш без обострения. Ну вот здесь Соколов колотит сверху. Путал, честно говоря. И по антропометрии, и форма. И по телосложению тоже. Станции мажет Максим. Соколов ускоряется. До конца идет. Еще один N2 на Тайриш. 5 очков. И потеря. Илюхин мяч перехватил. Соколов под кольцом, опять влетает за счет прыжка Селезнева. Селезнев флоутер попадает от щита. Первые очки в первый штрафной мажет. Второй в цель отправляет. Они нападение. Соколов! Мельницу колотит. Прекрасно. Селезнев. Передача на Сычкова. С дистанции бросает 35 номер Сакрамента. И попадает. Попадает. 27 на 20. Сакрамент впереди. Кузин хорошо обыграл соперника на дриблинге. И Селезнев. Пас на Сычкова. Тут еще треху в лоб. И еще одну попадает. Сычков. Кузин. Три бросает. Попадает. Наконец-то Кузин свою треху. И задал. Лобанов. Против двух соперников Константин. Отличная скидка на Сиренова. И попадает Денис. Но здесь Ков первый штрафной мажет.
Второй попадает. 31 на... Кузин. Очень издалека. И вторую на Соколова набрасывал. Попытали сейчас алиуп красивый сделать, но не получилось. Цитьков прорвался под кольцо. И энд ван. Картушин мажет треху из угла. Картушин бросок пока не прорезался. Миренков в раннем нападении. Точен Максим. Картушин первый штрафной мажет. на 32. 4 командных фала у Сакраменто. Сытьков. Степбэк 3. Ой, близко. И заваливает Сытьков. Хорош. Миренков. Бросает со средней. Попадает Миренков. Хорош Максим. Мажет. Второй попадает. Пас на Пахомова. Лобана в шлепе Хас. Хорошая скидка на Картушина. Даниил. Флоутер накинул. Здорово. Филатов. Селезнева. Тут хорошая скидка на Потапова. Потапов один остался. Мента. Картушин. Даниил бросает треху. Попадает. Первый дальний в этом матче на дриблинге мяч потерял. Никто там его не трогал. Кузин отличный пас на Пахомова выдает. Ну и опять мажет. Второй попадает. Банова. Остается мячом Картушин. Пахома в дистанции. Попадает от щита. Против Шлепикаса. И под кольцом нам разбирается. Пока Сычков. Преимущество Сакраменто 4 очка. Вот сейчас 2 после этого попадания Лобанова. Но напомню вам, в пятером они сражаются. Не нашел он там адресата для передачи. Сам решил все сделать. Кузин. Хороший проход от Дмитрия. 2 очка в кольце. Пахом. На дриблинге. Сам бросает треху. Попадает. Кузин. И это силы, чтобы потратили. Потому что без замен тяжко. Тяжко в четвертой четверти будет однозначно. Филатов сбивает. Второй штрафной. 49. Картушина заброс. Даниил сам идет под кольцо. Флоутер бросает. Точно. Один матч сыграл. Сирена. Пас на Картушина. Тот возвращает Денису мяч. И еще легкие 2 очка от Петь. Селезнев. Треху мажет. И уже в защиту. Никто не возвращается из Сакрамента. Один Потапов. 10. Это красивейший алиуп. Филатов. Пас на Сычкова. Тут дальше на Селезнева. Селезнев влетает под кольцо. Не сдается Сакраменто. Пахомов под кольцом. Попадает. Перехват от Ариш. Соколов. Реверс дан колотит. Соколов сегодня вдоволь сегодня сверху позабивал уже Соколов. Хорош прыжок, атлетизм, красиво. Красиво играет 15-й номер Айриш. Сычков. Попадает этот штраф. Кузин. Дистанции попадает 3. Пристрельная точка на цели. Лобанов на подборе. Да, тяжеловато. Тяжеловато Сакраменто приходится. Силы на исходе. Никто не встречает здесь Кузина. Тут легкий плоутер.
Первый попадает. Второй в цель. Это четверть у них есть, чтобы отыграться. Меренков против Лобанова. За счет габаритов попытался здесь продавить. За счет массы. Но нет, Константин не уступил. Сиренов. Хороший пас на Илюхина. Отличное движение мяча от Арии. Слепиков забивает трех у подсот. Филатов, пас на Селезнева. Селезнев попадает. Лобанов. Пас на Шлепикаса. Сиренов один на трехе. Попадает Денис. Паш. Получение 3 на дальнюю дужку. Меренков забирает подбор в нападении. Сытьков в проходе. Мощно забивает Александр. Касается со средней дистанции. Не попадает. Меренков забирает подбор в нападении. И тоже мажет. Но, однако, вторая попытка была у Максима. И он заталкивает. Хороший заброс на Цитькова. Тот из-под кольца энд-ван оформляет. Включается Кинг. Цитьков забивает и бонусный штрафной. Сушку мяч приземляется. Кузин в отрыв на Картушина. Картушин не забил, но Сиренов после подбора в нападение отличился. Селезнев под кольцо. Попадает Владислав и уже не бежит Сакраменто в защиту. Соколов! Ой-ой-ой-ой-ой. Филатов с дистанции не точен. Меренков забирает подбор в нападении в одном прыжке мяч. В ходе скидка на Картушина. Данил возвращает мяч. Треху Кузин бросает туда. Вот Кузин выровнял. Селезнев идет под кольцо, забивает лояб. Пас на Соколова, тут дальше на Сиренова. Сиренов, легкий лояб. Нужно поставить. Кузин, передача на Картушина. Картушин колотит сверху. Сиренов. Картушин мяч получает. Кузин в дистанции, точен Дмитрий, шестая треха, замечательно. Кузин. Картушин в дистанции, Даниил точен, начинает отрываться у нас. 70. Селезнев бросает 3 в цель. 2. Двухочковый мяч. 3 бросает. Не точно. Меренков со средней забивает. Кольцо он уже в кольце видел этот мяч. А убегает еще и в отрыв Сакраменто. Потапов. Хорош. Хватает сил. Лобанова. Вот Лобанов неудачную передачу отдает на Илюхина. Филатов. Скидка на Селезнева. Селезнев забивает в раннем нападении. Дистанции не попадает. И 3 игрока сразу же Сакраменто убегают. 3 в одного. Потапов. Пас на Сычкова. Забивает тот из-под кольца. И тайм. Селезнев идет до конца. Но нет. Вала. Молчит свисток. И здесь Картушин. Колотит сверху. И здесь, пожалуй, на этом. Забирает, я думаю, себе этот матч игроки Айриш. И Пахомов под кольцом. Мажет с первой попытки, но сам же после промаха в одном прыжке одной рукой добавляет. 33 секунды.